25 февраля 2017 года в польском городе Торунь состоялся 26-й чемпионат Польши по легкой атлетике среди ветеранов. Высокий уровень организации и проведения соревнований в этот раз был дополнен еще одним новшеством. В чемпионате наряду с польскими могли принимать участие и заграничные спортсмены. Общее количество участников составило 396 человек, из которых около 50 приехало из-за границы. Также среди соревнующихся можно было увидеть 5 олимпийцев и 1 параолимпийца. Национальная сборная Республики Беларусь по легкой атлетике среди ветеранов была представлена 34 спортсменами, показавшими высокий уровень мастерства, завоевав 33 медали, из которых 13 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых. Также двое наших спортсменов были удостоены специальных кубков, как лучшие иностранные участники. Ольга Кравцова была отмечена как лучшая зарубежная участница за победу в дисциплине 3000 метров среди женщин. Алексей Климов за результат, показанный на прыжках в высоту, который превысил существующий рекорд Польши. Особой наградой был отмечен Владимир Суденков за победу в беге на 800 метров с результатом, превысившим лучший польский почти на полминуты. Помимо индивидуальных видов, 13 из которых проходили внутри помещения и один на стадионе, наши спортсмены показали высокий уровень в командных эстафетах – 4 по 200 метров. Команда мужчин в составе Сергея Мисюченко, Андрей Каранкевич, Сергей Яковлев, Валентин Бахтрель заняла первое место, команда женщин – второе. Валентину Бахтрелю среди белорусской команды удалось собрать наибольшее количество медалей. К награде за эстафету в его коллекцию добавилась еще одна золотая медаль в беге на 60 метров с барьерами. Две серебряные медали за прыжки в длину и бег на 200 метров. Можно смело сказать, что на сегодняшний день город Торунь является легкоатлетическим центром Польши, отметил в интервью Вацлав Кранковский, председатель Польской Федерации ветеранов легкой атлетики. Быть может, это еще не до конца так для стадионных мероприятий, но касательно соревнований в закрытых помещениях, это на 100% стало возможным благодаря открытию 10 августа 2014 года Торунь-арены, спортивного павильона высочайшего класса, который может принимать чемпионаты мирового уровня. Хорошо, что есть условия, и власти прикладывают все усилия, чтобы арена использовалась максимально. Мы же, в свою очередь, всячески им помогаем. Торунь-арена. Это большое 4-этажное здание высотой 20 метров, более 28,5 тысяч квадратных метров наземной площади и 16 тысяч квадратных метров подземного паркинга, более 5 тысяч постоянных стационарных сидячих мест и около 4 тысяч дополнительных, 108 комментаторских мест, основной зал с 6 200-метровыми дорожками, 8 дорожками для спринта и позициями для остальных видов легкой атлетики, маленький зал, а также другие специализированные спортивные помещения. Ресторан, гостиница, спа-салон и многое другое. Значительным событием для арены станет проведение здесь в 2019 году чемпионата мира по легкой атлетике среди ветеранов. Планируется приезд около 4000 участников из 100 стран. В связи с этим в Польской Федерации ветеранов легкой атлетики ведется сейчас масштабная работа по установлению дружественных отношений с федерациями других стран с целями привлечения как можно большего количества спортсменов. Но уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что это будет большой праздник. Пожелаем нашим атлетам после такого удачного дебюта на этом манеже высоких результатов и на чемпионате мира в 2019 году.